Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Ми продовжуємо говорити про комунальне господарство Запоріжжя. І сьогодні у нас в студії генеральний директор КП «Наше місто» Олександр Ніколаєнко. Пане Олександр, вітаємо вас. Чим КП займається сьогодні? Добрий вечір. На сьогоднішній момент, з 1 января 2018 року, комунальне підприємство «Наше місто» займається обслуговуванням багатоквартирних житлових домів. Це 187 домів ОСМД, які створили ОСМД в період 2015, 2016, 2017 року. Ну, по різним на то причинам дома в управління взяті не були. І 51 общежитие, із яких 49 знаходяться в обслуговуванні. Є два общежитие, які живуть переселенці в них, тому тариф не начисляється на ці дома. Таке питання, можливо, не дуже приємне, питання боргів. Вони є і у городян перед КП «Наше місто», вони є і підприємства перед мешканцями. Що робити в цій ситуації? Ну, на сьогоднішній момент я вже на протязі довгого часу говорю, що жителі міста Запоріжжя повинні бути наділені достовірною інформацією, а далі, в залежності від того, як людина сприймає це все, він буде приймати ту чи іншу інформацію для себе. 1 сентября 2016 року, коли почала свою господарську діяльність комунальне підприємство «Наше місто», ми, по великій суті, стали і аварійною службою житлово-комунального господарства, і обслуговуючою компанією для багатоквартирних жилих домов. По состоянию на 1 сентября 2016 года мы говорим о 3899 многоквартирных жилых домах, которые необходимо было подготовить к отопительному периоду 2016-2018 года. В период октября-ноября-декабря 2016 года коммунальное предприятие «Наше место» занималось обслуживанием жилых домов, работала и аварийная служба, и вместо плановых текущих ремонтов выполняли аварийные текущие ремонты для того, чтобы нормально запустить жилой фонд города Запорожья, подать теплоноситель, устранить воздушные пробки. На договорных отношениях с нами работали наши коммунальные и городские предприятия. Мы обеспечивали, скажем так, поступление в бюджет обратно же нашего города Запорожья. На обслуживание придомовой территории работало коммунальное предприятие «Титан». Инженерные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения занимались специалисты концерна «Городские тепловые сети». И обслуживанием тридомовых инженерных электрических сетей занималось коммунальное предприятие «Запорожгорсвет». Поэтому в период, скажем так, 4 месяцев 2016 года были основные работы выполнены коммунальным предприятием «Наше место». Жители города Запорожья не позволяли платежи нам, скажем так, накопительным итогам работать, поэтому где-то оборотные средства коммунального предприятия были, ну, вымыты. Вымыты мотивированной подготовкой к отопительному периоду. Ну и дальше весна 2017 года, когда мы провели уже акты осеннего осмотра 2016 года, мы поняли количество домов, которые необходимо включить в титул капитального ремонта, подготовили программу 2017-2025 года. Это все 3899 домов были разделены по критерию аварийность для того, чтобы 300-400 домов в год выполнять капитальным ремонтом. Почему я так подробно рассказал? Потому что капитальный ремонт – это городские программы наши, департамента жилищно-коммунального хозяйства, а работы текущего характера, они находятся в составе тарифа на обслуживание жилого дома. И как бы мы ни занимались текущими ремонтами, по разным причинам, это все равно платежи жителей города Запорожья. Поэтому это карман каждого жителя. И комфортнее, конечно же, городской программой охватить через капитальные ремонты для того, чтобы, ну, житель города Запорожья это на себе не почувствовал. Добре, а де люди можуть дізнатися, чи є заборгованість КП перед будинком? Согласно норм действующего законодательства, это и закон 417, и закон Минрегиона Буда, наказ 150, автоматически период октября 2017 года, ноября 2017 года коммунальное предприятие «Наше место» выполнило, согласно норм действующего законодательства, перерасчет по истечении работы 12 месяцев. То есть жителям города Запорожья в ноябре, в декабре уже пришли платежки с учетом перерасчета. Если сумма с плюсом, то это значит, жители должны. Это не то, что работы, как говорят многие, на этом спекулируют, не выполнялись. Это был сделан перерасчет за фактически выполненные услуги. И немаловажных два фактора еще отражаются, потому что счета «Облэнерго» нам выставляют гривна 68 за киловатт-час, это освещение мест общего пользования, и там, где 9 этажей и выше, это электроснабжение лифтового хозяйства. И минимальная заработная плата, тариф, когда мы считали в мае-июнь 2016 года, было 1470 гривен, на сегодня 3200. Поэтому два основных составляющих фактора, это на 60% увеличилась себестоимость предоставления услуги. То есть автоматически были выполнены перерасчеты. А якщо людина отримала, побачила платіжку і там мінус, куди їй звертатися, щоб отримати гроші? Чи, можливо, це буде якийсь взаємозалік? Як?
Нормы действующего законодательства говорят, поскольку житель города Запорожья платил с лицевого счета со своего, достаточно обратиться на украинскую 29А. Мы проработали с юристами нашего коммунального предприятия, с юридическим департаментом городского совета. В части обеспечения возможности обращения жителей города не только письменно приезжать лично на украинскую 29А, а и возможно, как в электронном виде, есть электронный ящик специально в отделе обращения граждан заведен, так и заказным письмом по почте. То есть все направлено на минимизацию этого. К сожалению, мы говорим о том, что жители города Запорожья, спасибо, которые исправно платили за содержание дома, ну, где-то платили за того нерадивого жителя своего же многоквартирного дома, когда платежи уходили за весь общий дом. Конечно, жителям неприятно это каждому отвечать. Приемы у меня приходят каждый вторник, четверг. Больше 20-30 жителей в последнее время приходят. Хотя он до 9 прием, как говорят, ну, бывает и до 12. Я вот к вам сегодня ехал, то есть до обеда практически прием проходил, то есть приходится жителям отвечать, разъяснять, объяснять, то есть где текущий ремонт состава тарифа, где капитальный ремонт за счет городских программ. Дехто скажется, что уже КП не працює, не обслуговує їх будинок, а рахунки все ж таки приходят. Что это такое? Это те счета, которые происходят перерасчет уже заказанную услугу, либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Тот процедуру, которую я уже рассказал, в случае, если коммунальное предприятие должно, конечно же, письменное обращение принимается, при наличии денежных средств возвращаются денежные средства через кассу предприятия. На сегодняшний момент коммунальное предприятие проинвентаризировало все 221 тысяча лицевых счетов. Мы для себя определили 3700 лицевых счетов, по которым сумма задолженности есть 2000 и более. То есть по ним уже можно за счет судебного сбора порядка 900 гривен открывать судебную практику, то есть, и активно занимается юридическое управление этой работой на сегодня. А вот как стягивать борги? Только через суд? К сожалению, мы уже прошли процедуру в течение 2017 года, где писали письма на, скажем так, неблагонадежных жителей города Запорожья. Многие получали ответы, что они бы рады бы платить, но, к сожалению, либо уровень пенсии, либо уровень зарплаты не позволяет. Коштів, совершенно верно. То есть, поэтому там, где реально злостные неплательщики, мы их проинвентаризировали, у которых и возможность, допустим, есть, но по каким-то причинам они не платят. Поэтому дальше судебная практика, даже судебные издержки и возврат кредиторская задолженность. Теперь до тарифов. Как изменился тариф для гуртожитков та ОСББ, которые вы сейчас обслуговываете? На сегодняшний момент 187 домов ОСМД на 1 января 2018 года и 51 общежитие, по которым коммунальное предприятие «Наше место» осуществляет свою хозяйственную деятельность. Конечно же, тариф не мог быть оставаться на уровне 2,74 средний по городу, который был в июне 2016 года. Основные факторы я уже назвал. Это рост минимальной заработной платы, стоимость электроэнергии покупной. В свою очередь, когда мы начинали свою хозяйственную деятельность, мы четко понимали, что в составе тарифа у нас, ну, мы хотели 8 услуг. Городской совет нам согласовал 9 основных услуг из 26. 869-е постановление Кабинета министров регламентирует 26 основных услуг. То есть мы, как бы, решением исполкома, коммунальное предприятие «Наше место», было согласовано 9 услуг. Мы понимали, что без анализа по статейного, из чего услуга состоит, ну, коммунальное предприятие дальше существовать не будет. Потому что, как я уже говорил, многие жители города Запорожья готовы платить, но по разным причинам средств у них на обслуживание жилого дома и на другие платежи, либо за энергоресурсы, либо еще за что-то. Ну, когда человек решает покушать, купить или за квартплату заплатить, ну, вы меня извините, выбирается, конечно же. Вот. И по каждой статье были разложены, как бы, план действий и понимали, куда двигаться. Допустим, основные статьи затрат – это освещение мест общего пользования и электроснабжение лифтов. То есть мы еще в 2016 году своевременно подготовили городскую программу, сделали инвентаризацию всех узлов учета общедомовых, те, которые счетчики установлены на места общего пользования, освещения и лифтовое хозяйство. То есть, ну и дальше данные передали на бюджетное финансирование в департамент ЖКХ. Параллельно многие говорят, почему договор заключали. Это по одной простой причине, потому что в облэнерго есть две методики. Либо с узлами учета электрической энергии, либо по методике по нормам в случае его отсутствия. Мы, конечно же, видели, что жители будут платить меньше при наличии узлов учета, поэтому, не ждавши ни от кого поручения, сами начали в этом направлении двигаться. Дякуємо вам. Отже, це був Олександр Ніколаєнко, генеральний директор КП «Наше місто».